Привет, а зовут меня Стас Флоренцев, и забывать я стал практически все то, что было со мной во время свадебной церемонии с моим участием. Man sauc Anna Rozīte, un manas kāzas vēl ir tikai priekšā. О наших планах на 1 ноября мы сейчас возьмем и объявим. Нет, мы не решили пожениться, мы решили поженить кого-то. Tieši tā, 1. novembrī tiekamies viesnīcā Latviju, jo šeit norisināsies kāzu izstāde Wedding Day Expo. Все те, кто собирается жениться сам или поженить кого-то очень-очень близкого, мы приглашаем принять участие в этом событии. Ну, о тех местах, где можно приобрести пригласительные, мы расскажем особенно. Tieši tā, jo ieja ir tikai ar šādiem te brīnišķīgiem skaistiem ielūgumiem, un tos var saņemt visās cimtsarakstu nodaļās, kā arī... У тех людей, у тех структур, которые принимают участие в выставке, которая состоится 1 ноября в гостинице Radisson Blue Latvia, а выставка называется... Wedding Day Expo. Tiekamies! Особенно чутье подсказывает мне, что многие люди, которые просто придут на выставку Wedding Day в гостинице Latvia Radisson Blu, потом услышат это магическое слово. Рук. Горько.